Эпимедиумная паста – подарок природы. Эпимедиумная паста – это уникальный афродизиак, полностью состоящий из отборных полезнейших натуральных продуктов, подходящий для мужчин и женщин для повышения сексуального либидо. Уникальность этой пасты заключается в том, что основным продуктом в ее составе является экстракт травы эпимедиума – горянки, которая одинаково эффективно влияет на повышение мужского и женского либидо, несмотря на разный гормональный фон у мужчин и женщин. Он действует наподобие половых гормонов и способен стимулировать собственные половые железы, гонадотропное действие, повышая сексуальную активность и влечение к противоположному полу. Эпимедиумная паста, помимо основного продукта горянки, содержит в себе также целый комплекс эффективнейших натуральных ингредиентов, известных своими уникальными свойствами, таких как маточное молочко, пчелиная пыльца, цветочный мед, экстракт трибулуса, женьшень красный, сибирский и американский, мака перуанская, экстракт листьев гинкобилоба, имбирь, корица и многие другие 100% натуральные продукты, которые имеют высочайшую биологическую ценность для человека. Действие эпимедиумной пасты. У мужчин повышает эрекцию, продлевает половой акт, повышает чувствительность, устраняет преждевременную эякуляцию, увеличивает количество сперматозоидов, стимулирует их подвижность и плотность спермы, улучшает состояние мочеполовой системы, функцию почек и предстательной железы, работу репродуктивной системы, улучшает циркуляцию крови и помогает сбалансировать кровяное давление. И самое главное и основное действие – это освобождение тестостерона, который повышает сексуальное желание и выносливость. У женщин решает проблему сухости влагалища, увеличивая секрецию желез, освобождает гормон эстроген, повышает либидо, увеличивает чувствительность влагалища. Также применяется в качестве лечебного средства при нарушениях менструального цикла, бесплодии, воспалительных процессах в малом тазу, нарушении функций яичников, при мастопатии, гипофункции половых желез, воспалительных заболеваниях половых органов, в период климакса, при избыточном весе, неврастении, неврозах. Как у мужчин, так и у женщин, экстракт горянки укрепляет иммунитет, омолаживает организм, препятствует образованию морщин, устраняет усталость, снимает стресс. Обладает противовирусным и противомикробным действием. Способен бороться с гипоксией и даже обладает противоопухолевой защитой. Оказывает благотворное действие на нервную систему. Предотвращает гибель нервных клеток, улучшает память и внимание. Действует как антидепрессант. Также эпимедиумная паста является уникальным натуральным тестостероновым бустером для спортсменов. В нем содержатся те же ингредиенты, которые есть во многих известнейших дорогих тестостероновых бустерах. Помимо того, что горянка и трибулус являются мощнейшими продуктами, увеличивающими выработку собственного тестостерона, который влияет на прирост мышечной массы, в горянке еще содержится популярный флавоноид икариин, который улучшает метаболизм и транспорт кислорода к тканям, способствует росту мышечной массы и поэтому применяется спортсменами вместо опасных анаболических препаратов. Икариин способствует восстановлению костной ткани, надежно защищает печень от повреждений токсинами и лекарствами. Эпимедиумная паста является незаменимым средством для восстановления организма после стероидных курсов у спортсменов.